Будет ли конец света? Известно ли вам что-то об этой тайне? Это заговор? Это... Вы знаете, будка? Я здесь могу опираться на факты. Дело в том, что совсем недавно, несколько дней назад, министр по чрезвычайным ситуациям собственной властью отменил апокалипсис, тем самым уподобился Господу Богу. Он сказал, апокалипсиса не будет. Это мне нравится! Ребята, повторяйте вместе с нами! И так делаем. Ебави! Студенческие годы я вспоминаю как самые лучшие годы в своей жизни. И все они как раз прошли вот на волне того, что мы получаем уже очень нужную профессию. Ну и помимо, конечно, учебы тоже было много всего интересного. И спорт, и дискотеки, и любовь, все это сопровождается студентом, так сказать, всех времен и народов. Это все присутствует, поэтому мы были вот такими. Сплошные маты будут на концерт. Будут маты в песнях, а потом еще между песнями я буду жестко материться. И после песен. И после песен. А потом концерт закончится, и сядем, мы будем материться. На ступеньках возле клуба. Тихо лужи покрывает лед. Помнишь, мы с тобою целовались ночи напролет под шум прибоя. Поднимите руки. На английском языке, к русски написал четверостишие какое-то, а оно начиналось там «I'm not the poet». И, соответственно, «я не поэт», это переводится на русский язык. И он там перевел его при помощи других своих каких-то друзей, помощников на 44 языка мира, и оно легло в библиотеку Конгресса. Называется этот проект «Mother Tongue», что в переводе на русский означает «язык матери». Я видела, что вы фотографировались на Инстаграм. Как вас найти в Инстаграме? В Инстаграме меня очень просто найти, DJ Smash просто. Как я рада, что я могу тебя найти вот так просто. Что ты вот рядом со мной, понимаешь? Просто DJ Smash. Ярко я закрываю. Как вам удается быть неузнанной, когда это нужно? Вы знаете, я просто минимально парюсь на эту тему, а чаще всего не придаю этому значения, потому что чем больше себе придаешь значения, тем... нелепее ты выглядишь. Поэтому, если мне куда-то надо сходить, я встаю и иду. Мы вместе, мы сила. Мы
все делаем маму Любу самой лучшей. С вами я, Нюша. Смотри мое ТВ и будь в сети.